Всем привет, друзья! Меня зовут Николай. Сегодня я хочу вам показать и рассказать про японские автоматы по продаже напитков в Москве. Буквально 3 месяца назад мы с Штукенцией, в общем-то, бороздили просторы Японии. И я даже в инстаграме своем сделал серию фотографий с огромным количеством вот таких автоматов. Когда я был в Японии, этих автоматов еще не было в Москве. Ну, кто знает, возможно, даже мой инстаграм повлиял на то, чтобы они появились. Но это, конечно, шутка. Ну, это, конечно, просто шок небольшой. Мы сейчас находимся в обычном московском переходе, рядом с метро Парк Победы. И вот, пожалуйста, эти автоматы, они абсолютно японские. То есть тут везде иероглифы. Это везде иероглифы, тут тупо переклеили наклейки. Вот даже вот если внизу посмотреть, можно увидеть то, что произвели этот автомат. Вот тут сними. Это японский автомат. Просто взяли и привезли из Японии японский автомат. Так что, в общем-то, друзья, теперь у каждого москвича есть возможность побывать в Японии, просто попробовав что-нибудь из этого автомата.